На кадрах очевидцев 70-сантиметровая змея. Рептилия объявилась у Стелла Химки и не столько напугала, сколько удивила прохожих, откуда в каменных джунглях существо, обычно обитающее вдали от людей. О своей находке очевидцы сообщили в Химспас по номеру 112. Отлавливать незваного гостя отправилась группа спасателей. Так как в данной ситуации змея была не опасна, это был лучше, его поймали просто руками. Змея сопротивления не оказывала, не пострадала. Змея на людей не бросалась, пыталась куда-то сбежать от них, соответственно. Но так как они не профессионалы, определить, опасная змея или нет, они не могли, поэтому обратились по номеру 112. После отлова ужа отвезли в лес, где он благополучно скрылся в прибрежной зоне реки Химки. По словам спасателя, ЧП с животными происходит нечасто, но всегда разбавляют рутину. Как-то на 1 января вытаскивали собачку, которая попала между двух заборов высотой 2 метра. Вот, пряталась от фейерверка. Вот такое бывает. В основном такие уличные бродяжные животные, да? Да. В основном кошки, собаки. Вот недавно летучая мышь была. А что с летучей мышью? Залетела в квартиру. Залетела в квартиру? Терроризировала жильцов, да. Что же касается змеи, то, скорее всего, животное оставил в городе человек, считают спасатели. Это второй зарегистрированный случай визита змеи в Химки за 4 года существования ЕДДС-112.